Сегодня мы с вами будем делать сувенирное мыло из основы на осеннюю тематику. Нам понадобится прозрачная мыльная основа, красители для мыла, ароматизаторы, формы ПВХ в виде листочка и дерева, ну и остальные инструменты. Нож, стеклянная палочка для размешивания, пипетка, доска. Также для работы нам потребуется этиловый спирт в распылителе. Для начала мы порежем прозрачную мыльную основу на небольшие кусочки. Основа у нас будет плавиться в термостойком пластике, подходящем для микроволновой печи. Сейчас, когда основа у нас стала жидкой, мы будем ее окрашивать и придавать ей приятный запах. Добавлю в основу желтый пигмент, чтобы придать яркий, красивый цвет нашему мылу. И ароматизатор. Перемешаем, чтобы равномерно распределилось в мыльной основе. Чтобы сделать наш листочек двуцветным, красивым, форму мы установим под углом. Достаточно подложить под форму что-нибудь устойчивое, чтобы она держала форму под наклоном. И сейчас мы зальем мыльную основу в нашу формочку. Заливаем ее не полностью. Нужно, чтобы мыло застыло полностью для заливки следующего слоя. Лучше оставить мыло при комнатной температуре. Чтобы слои соединились, формочку необходимо сбрызнуть этиловым спиртом. Желтый слой листика застыл, следующий слой у нас будет красный. Теперь мы дожидаемся, пока следующий слой застынет. Второй кусочек мыла начинаем заливать точно так же. Добавим коричневый краситель и немного ароматизатора. Будем заливать маленький фрагмент нашей формочки дерева, ствол, подкрашенный в коричневый цвет мыльной основой. С помощью пипетки мы набираем мыльную основу и заливаем ее в небольшой фрагмент формочки. Пока застывает мыло, мы нарежем подготовленные яркие мыльные кусочки, чтобы сымитировать листья в дереве. И сейчас мы прозрачной мыльной основой зальем наше дерево. Теперь нужно дождаться, пока мыльная основа застынет, и можно будет доставать мыло из формочки. Вот такой набор станет ярким осенним подарком.